мы вторые в мире по запуску бизнеса, входим в десятку. И на запуск бизнеса уходит 3,5 дня. Для сравнения, в среднем в Европе и Центральной Азии данный показатель равен более чем 10 дней. Тот факт, что деловая миссия собрала такое большое количество участников, как с азербайджанской, так и с российской стороны, и они представлены на таком уровне, говорит о высокой заинтересованности в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Действительно, это наш общий такой большой проект. Мы постарались в этот раз подойти так с новыми подходами. Мы очень тщательно выбирали участников, и я уверен, что большинство из вас уже знают, с кем будут встречаться, зачем сюда едут, и надеюсь на то, что и будут и новые встречи, в том числе неожиданные какие-то находки. Мы видим перспективы для долгосрочного успеха в областях сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, производства комплектующих, увеличения доли локализации в рамках существующих проектов сборки автотехники, химической промышленности, производства нефтегазового оборудования, фармацевтики и других направлений промышленности. В этом контексте хотел бы выразить уверенность, что общими усилиями будет обеспечено дальнейшее поступательное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами. Спасибо. Очень благодарен нашим азербайджанским коллегам за теплый прием, организацию, участие в подготовке нашего мероприятия. И мы очень ценим наши теплые, дружеские отношения, которые являются залогом развития и кооперационных начал, и торгово-экономического сотрудничества. Здравствуйте еще раз, Денис Валентинович. Спасибо большое за то, что уделили нам время и отвечаете на наши вопросы. Я понимаю, что у вас насыщенный график. Добро пожаловать в Баку. Сегодня повезло с погодой, солнечной, по-настоящему весенняя погода. Денис Валентинович, начнем с 1 сентября прошлого года, когда между президентами Азербайджана и России состоялась встреча, а затем церемония подписания документов. Целый пакет соглашений, и среди них как раз соглашение между Министерством экономики Азербайджана и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о сотрудничестве. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров и министр экономики Азербайджанской Республики Шахин Абдулла Оглы Мустафаев подписали соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики об укреплении сотрудничества в области промышленности. Можно ли сказать, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшнее соглашение, это и как раз и являются теми задачами, которые были обозначены в соглашении, и они реализуются? Во-первых, то, что сегодняшняя бизнес-миссия организована, она ложится ровно в те договоренности, которые состоялись между президентами в прошлом сентябре. И мы за это время подготовили и компании, которые сегодня здесь работают в Баку со своими партнерами из Азербайджана по тем направлениям, по тем технологическим секторам промышленным, где мы видим перспективу взаимной индустриальной кооперации, взаимным поставкам продукции, и рассчитываем на то, что вот сегодняшняя бизнес-миссия это будет одним из этапов реализации ранее достигнутых договоренностей. Следующий этап, я уже сегодня сказал вашим коллегам о том, что у нас в июле будет встреча с министром экономики Азербайджана. Уже на территории Иннопроме, России? Да, на Иннопроме в Екатеринбурге. Мы договорились, что с Шаидом Абдуллаевичем мы заранее, дав поручение
нашим коллегам и компаниям предварительно встретиться уже в предметном формате, значит, найти те точки соприкосновения, и если где-то потребуется наше вмешательство с точки зрения просто попутного, знаете, такого комфортного попутного ветра для того, чтобы проекты эти состоялись. Вы знаете, всегда бизнес ждет правильных сигналов, вот такого рода бизнес-миссий, встреч на высоком уровне, для того, чтобы чувствовать себя комфортно и знать, что их всегда вовремя поддержат и создадут комфортные условия. Мы и в России, и я знаю, что и в Азербайджане сформированы условия для развития бизнеса в части мер государственной поддержки, административной поддержки. Поэтому мы рассчитываем на то, что наша компания также будет составной частью азербайджанского бизнеса, так же, как и мы, всегда рассчитываем и на интерес, и будем поддерживать азербайджанские компании, которые будут заинтересованы в развитии своего бизнеса в России. И мы видим, во-первых, по результатам торгово-экономического сотрудничества торговый оборот вырос. Вырос, но незначительно. На 14%. Мы, конечно же, рассчитываем цифры на то, что... Цифры-то поставлены амбициозные, 10 миллиардов. Да, для того, чтобы прийти к таким показателям, без производственной кооперации это сделать просто невозможно. Только прямыми поставками, к сожалению, такой цифры достичь невозможно. И для этого нам необходимо и развивать и машиностроение, и химию, и фармацевтику, и цифровизацию, те секторы экономики, промышленности, где есть компетенции у каждой из сторон и где есть заинтересованность в освоении этих направлений, рассчитаны не только на местный азербайджанский рынок, но мы рассчитываем на то, что, становясь уже либо совместными, либо российскими предприятиями, азербайджанскими, по сути экономического присутствия, мы исходим из того, что коллег будут продвигать и на внешние рынки, где уже не мы, а азербайджанские наши партнеры будут продвигать так же, как и мы будем это делать на внешние рынки, поставляя продукцию, произведенную в России азербайджанские предприятия. Россия является основным партнером для Азербайджана по импорту и занимает первое место по экспорту нашей нефтяной продукции. За 2018 год товарооборот превысил 2,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом. В этом году продолжаем отслеживать позитивную динамику роста. Проводится целый комплекс мероприятий по дальнейшему наращиванию и диверсификации взаимной торговли. Созданы и успешно функционируют торговые представительства Азербайджана в России, России в Азербайджане, Азербайджано-российские и российско-азербайджанские деловые советы. Задействован Институт торговых домов. Но мы сейчас как раз, вы затронули эти приоритетные направления и затронули тот момент, что, да, торговый оборот растет, учитывая, что были приняты действенные меры, механизмы для того, чтобы подключить все эти процессы, амбициозная цифра поставлена, потенциалу не отвечает. Вот что сегодня, ну, вы буквально практически ответили на этот вопрос, но что сегодня Азербайджан для экономики России? Это, во-первых, стратегический партнер, раз. Во-вторых, с точки зрения рынка для России, это один из важнейших партнеров, особенно если мы говорим про ближнее зарубежье. И из торгового оборота практически 1,7 млрд приходится на поставку из России продукции в Азербайджан. И мы рассчитываем на увеличение этих объемов. Но, как я сказал, увеличивать объемы сегодня не просто поставляя свою продукцию в Азербайджан, а создавая добавленную стоимость
в Азербайджане для того, чтобы иметь преимущества и преференции с точки зрения вот, контента азербайджанского. Поэтому те отрасли, которые мы сегодня обсуждали, это судостроение, это энергомаш, сельхозмашиностроение, автопром, транспортное машиностроение. Практически весь акцент делается на транспорт, да, вот взаимодействие в сфере транспорта. Не только транспорт, то есть это и фармацевтика. Фармацевтика есть, да. Но вот сегодня соглашения, которые были подписаны, они практически все вот в сфере именно машиностроения, да, так и в сфере машиностроения, это правда. Это тот сегмент, где у нас есть существенные компетенции, которые мы хотели развивать вместе с азербайджанскими партнерами. Мы видим и особую роль финансовых институтов. Баку функционирует представительство российского экспортного центра. Менее месяца назад мы организовали бизнес-семинар по возможностям Газпромбанка на пути реализации инвестиционных проектов в Азербайджане. У нас хорошее взаимодействие в инвестиционной сфере. Сегодня в Азербайджане действует около 70 российских компаний, которые работают во многих сферах азербайджанской экономики. Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 4,4 миллиарда долларов США. В то же время объем инвестиций, вложенных со стороны Азербайджана в экономику России, составляет 1,2 миллиарда долларов США. Ой, вопросов остается очень много, мне уже подсказывают, что нужно закругляться. И все же еще один вопрос в завершение я не могу вам не задать. На столе переговоров также сегодня между Азербайджаном и Россией то, чтобы перейти на взаиморасчет в национальных валютах. Вы неоднократно говорили в своих выступлениях и интервью, что это необходимо, потому что это поможет избежать рисков, и это не будет влиять на уровень торгового оборота. То есть вне зависимости, в какой валюте идут операции, все равно торговый оборот будет расти. А избежать рисков. Какие риски сегодня существуют между, перед Азербайджаном и Россией, скажем так, перед экономиками? И как вы считаете, вы же все же кандидат экономических наук, да? Вот все же стоит ли перейти на взаиморасчет в национальных валютах? Вы знаете, я бы говорил в части Азербайджана не о рисках, которые связаны во взаиморасчетах, а с другими странами, где у нас действительно есть риски и большие объемы поставок по линии, например, там, военно-технического сотрудничества. Есть. А что касается Азербайджана, здесь речь идет просто о том, что проще и надежнее с точки зрения, во-первых, взаиморасчетов в своих местных валютах, для того, чтобы поднимать престиж и статус своих валют, чтобы не повышать капитализацию, соответственно, свободно конвертируемых валют, там, доллара или евро. Поэтому целесообразность именно в этом в первую очередь. Особое внимание заслуживает промышленное сотрудничество. Среди успешных проектов можно выделить завод «Сакар Полимер», совместную фармацевтическую компанию в промышленном парке «Пиралахе», сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с Уральским автомобильным заводом и акционерным обществом «Тамаз». В феврале этого года был заложен фундамент завода по сборке малотоннажных автомобилей марки «ГАЗ» в Гаджигабузской промышленной зоне. Сегодня будет подписан ряд документов по новым проектам, которые являются примером поступательного и динамичного развития промышленной кооперации. Ну и еще раз добро пожаловать в Баку. Как вам Баку? Вы первый раз здесь. Мне очень понравилось. Ну, вот я вчера прилетел поздно вечером, и ночной Баку, и сегодня с утра, как вы правильно сказали, сегодня прекрасная солнечная погода. Мне очень понравился город. Очень, с одной стороны, уютный и располагающий. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо вам. Было приятно с вами пообщаться. Взаимно. Еще раз приезжайте.